на год. Правительство должно установить предельный срок действия этого закона в 90 дней. Документ, который также позволяет правительству применять иные исключительные меры, раскритиковали местные правозащитники, организации «Репортеры без границ», Совет Европы и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Решение правительства может оспорить Конституционный суд, но и в этом органе большинство принадлежит сторонникам Орбана. Из Будапешта передает корреспондент Евроньюс Золтан Шипошкет. Даже самые авторитетные эксперты по конституционному праву не знают, как объяснить значение фразы «особенный правовой режим». Но все согласны с тем, что в отсутствии сильного конституционного суда теперь на совести правительства останется признание демократических институтов, потому что в крайнем случае власти могут распустить парламент. Из-за коронавируса останавливается хозяйство Евросоюза. Его лидеры спорят о выпуске чрезвычайных облигаций, так называемых коронабондов. Против выступают Германия и Нидерланды, не желающие делить общий долг. За итальянский еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Выпуск бондов на финансовых рынках в любом случае должен быть направлен на...